Гости со всей Кубани приехали на краевую демонстрационную площадку в Анапу. Те, кто ведет личное подсобное хозяйство, руководители фирм и компаний, которые предлагают свои услуги по строительству теплиц и продаже семенного материала. Организовали площадку сотрудники администрации города-курорта совместно с информационно-консультативной службой Краснодарского края. На встрече рассмотрели основные вопросы по организации тепличного хозяйства, строительству недорогих теплиц, технологии выращивания салата, экономической эффективности производств и мерах государственной поддержки оказываемых тепличным хозяйством. После теоретической части семинара все участники отправились к КФХ Арташеса Кобеляна, где посмотрели на практике технологии выращивания салата в защищенном грунте. Арташес Кобелян занимается овощами второй год. Его тепличное хозяйство занимает площадь в 1,5 гектара. Это уже 4-й урожай в его бюджетной теплице. Стоимость такой теплицы около 400 рублей за квадратный метр. Учитывая то, что 300 рублей получают субсидии с квадратного метра, то один квадратный метр обходится всего в 100 рублей. Это не такие большие деньги, это то, с чего можно начинать свой бизнес. Территорию проведения мероприятия выбрали не случайно. На долю 3 сельских округов Анапы, Первомайского, Приморского и Гайкодзорского, приходится 85% построенных теплиц. Сегодня активно используют государственную поддержку в виде субсидий на строительство теплиц. Сегодня можно получить до 300 рублей за один квадратный метр построенных теплиц. И за время выделения субсидий в нашем муниципальном образовании в 9 раз, это с 2008 года, увеличились площади теплиц. И на сегодняшний день 122 тысячи квадратных метров составляют. Следующая краевая демонстрационная площадка на тему агротуризм на Кубани состоится в Анапе 28 ноября.